И в Уфе отремонтируют Демское шоссе на участке между Флотским переулком и мостом через реку Дема. Работы должны начаться 20 мая и закончиться 30 августа следующего года. Известно, что начальная цена контракта установлена в пределах 66 миллионов. Подрядчик должен будет снять асфальтный слой, демонтировать чугунные люки, установить новые, проложить дорожное покрытие, нанести разметку. Подрядчику пропишут в обязанности и предоставление гарантии. Сейчас в Уфе завершены все работы по нацпроекту «Безопасные качественные дороги», запланированные на текущий год. Привели в порядок почти 8 километров автодорог. В частности, отремонтировали улицы Галли, Льва Толстого, Менделеева, Новороссийской, ну и ряд других.